Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Стив. Сегодня я вам покажу, как я делаю обзоры на какие-то видео. Для начала я найду какое-нибудь видео для обзора. Для примера я взял вот это вот видео. Так, это я вырежу. Вот это вот видео, на которое я уже делал обзор. Всем привет, с вами я, Сонька Гзе. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Погнали. Дальше мы делаем то же, что и я. Вот, попадаем по этому моменту. Точнее, ставим на паузу на том моменте, который хотите разделить. Нажимаем как раз таки разделить. Теперь мы должны вставить... А ведь... Какую-то картинку. Вот, например, стоп-кадр. Сейчас еще нужно записать голос. Либо вы можете вставить какой-то фрагмент из какого-то видео. Голос. Что с голосом у тебя, чувак? Вот. Дальше вы делаете то же самое. Разделяете между нужным фрагментом, записывайте свой голос. Главное, чтобы был еще написан сценарий. Всем привет. Или если вы можете справиться без сценария, то вам. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Погнали. Голос. Что с голосом у тебя? Так получится, что это пауза. Да, вы, наверное, уже видели пилотный эпизод. Как не надо снимать. И он, мягко говоря, вышел не таким уже крутым, как и у остальных. Ребята, кстати, скоро выйдет третий выпуск этой рубрики. Так что, если вы хотите его увидеть, то все, что вам нужно, это подписаться на Silver Show. Вы, конечно, найдете этот канал в интересных. На этом я с вами заканчиваю данное видео. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк. Сделать просто видео к себе и друзьям ВКонтакте, которые не могут вот сделать обзоры на вот такие вот видео, а очень они хотят попародировать немного. А с вами был я, Стив. Всем пока!